Кажется, мы приехали. Эй, чего? Куда вы меня ведете? Я ведь ничего не сделал. Кто вы? Кто вы такое? Я не псих. Нет, я нормальный. Почему вы меня сюда привезли? Оставьте меня в покое. Куда идем? Я ничего не сделал. Это приличный бог. Он говорит моими устами. Не бейте, не бейте. Все, я иду, я иду. Куда они меня ведут? Куда вы меня ведете, доктор? Все, хорошо, иду, иду. Кто вы? Кто вы все? За что меня посадили сюда? Что я сделал? Я ничего не делал. Я ничего не нарушал. Я работал на демастера. В бургерной. Бургеры для людей готовил. За что? Я не убивал никого. Это приличный бог. Это он сказал мне. Он говорил моими устами. И управлял моими руками. Я ничего не делал. Оставьте меня в покое. Я ничего не делал. Ничего. Уйдите. Не трогайте меня. Нет, 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 не трогайте меня. Я ничего не делал. Куда? Я не хочу идти сюда. Нет, зачем вы меня сюда ведете? Выпустите. Верните меня обратно. Верните меня. Где мой доктор? Это похоже на столовую. Я очень хочу есть. О, спасибо. Таблетка. О, таблетку съем, да-да. На самом деле не буду есть таблетку. Можно с едой, пожалуйста? Потому что я очень голоден, доктор. Я не могу ее съесть просто так. Все, хорошо. Мне, пожалуйста... Сколько же здесь психов? Мне, пожалуйста, чизбургер двойной. Как это нету? Как это нет? Окей, тогда давайте Биг Мак. Что это такое? Фу! Почему так воняет? И на вкус как... моча? Окей. Я не буду это есть. Окей. Блин, эта таблетка очень странно выглядит. Не знаю почему. Я на самом деле, я смотрел в фильмах. Да и если я съем ее, с меня сделают овощи. Нужно бы ее спрятать где-то. Доктор! Доктор, мне очень нужно в туалет. Я съел вашу штуку, мне стало очень плохо. Ой, ой, живот крутит. Ой, обосрусь. Ой-ой-ой. Ой-ой. Быстрее, быстрее, лезет. Оно близко. О, о. Так, так. Пока доктор не смотрит, нужно спрятать таблетку. Ху-ту. Нормально, все. Доктор, все отлично. Суп тоже нужно выкинуть, потому что он гадкий. Хоть. Доктор, открывайте. Открывайте, доктор, все в порядке. Все отлично. Я посрал. О, нормально. Так, что дальше, доктор? Надеюсь, вы меня скоро выпустите отсюда, потому что вы знаете, что я не виновен. Я ведь абсолютно нормальный человек. Что это за комната? Я адекватен, доктор. Давайте поговорим. Окей. Сажусь, сажусь. Давайте. Видите, доктор, я могу нормально с вами общаться. Я абсолютно адекватный человек. Я думаю, вы должны... Это была ошибка. Вы должны выпустить меня. Со мной ничего не случилось. Я абсолютно нормальный, доктор. Посмотрите на меня. Молодой, горящий, перспективный. Чисто. Все девки мои. Людьми? Какими людьми? Я ничего не делал. Это всебречный бог. Это он мне сказал, что делать с ними. Он управлял моими руками, он вселился в мое тело. Я ничего не делал. Я никого не убивал, я вам серьезно говорю. Доктор, вы меня не слушаете. Хватит играть в телефон, доктор. В смысле? Какую камеру? Нет. Нет, только не камеру, не трогайте меня. Нет, нет, куда вы меня ведете? Нет. Я ничего не делал, я абсолютно нормальный. Идите от меня, идите. Ай, все, я иду, не бейте, не бейте.
Все. Здесь мне придется провести еще несколько месяцев. А может даже и годы. Главное, не есть эти лекарства, ведь я точно стану овощем. Чертова психбольница. Мне нужно как-то выбраться отсюда, а потом отомстить. Пречный Бог поможет мне в этом, надеюсь. Пока нужно отдохнуть, я слишком устал. А, где я? Кажется, они мне что-то вкололи. Что? Нет, какую лоботомию, только не в жопу. Прекратите, пожалуйста, я ведь нормальный, я ничего не делал. Нет. Мне даже ничего делать. Пожалуйста, хватит, хватит, пожалуйста. Развяжите меня. Я хорошо буду себя вести, доктор. Не нужно этого делать. Я никого больше не буду кусать. Это все пряничный бог. Это он говорил моими устами и ничего не сделал. Никого не буду кусать, доктор, да. Это не я убивал, я же вам миллион раз говорил. Серьезно. Это пряничный бог. Почему вы не можете мне просто поверить? Я не понимаю. Это был не я. Я обычный адекватный парень. Не должен ничего делать. Пожалуйста, доктор. У меня сейчас одна работа, дети. Это все Дебастер. Он меня заставил. Он подставил меня. Серьезно, я не хотел ничего делать. Доктор. Он всегда появляется. Я каждую ночь его вижу. Он говорит со мной. Хватит, доктор. Прекратите это, пожалуйста. Нет, не нужно. Нет. Не нужно. Ай! Ай! Прошло уже около 9 месяцев, как я нахожусь в этой психлечебнице. Я вроде освоился, никто не подозревает в моем плане. И видите эти окна? На них нет решеток. И я думаю сбежать сегодня. Сегодня ночью я совершу побег. А может быть лучше прямо сейчас? Какая ты тумба-юмба, эй! Камон, ты обычная устрица. Психованная устрица. Больная психованная устрица. Это вон доктор, тот доктор. Это вон тот доктор сказал, не я. Я тебе ничего не говорил. Вот тот, да. Ха. Отличный момент для побега. Так, нужно разбить им окно. А, да, получилось. Да, свобода. Слава прямичному Богу. Быстрее нужно бежать. А, кажется, со мной бегут. Я не уверен. Нужно прятаться вот здесь. Так, надеюсь, они не увидят меня. Надеюсь, меня не видят здесь. А, они близко. Боже, как же они близко. Надеюсь, не увидят меня все-таки. О, Боже, Боже, пряничный Бог, помоги мне. Помоги мне, чтобы они не увидели меня. Пожалуйста, молю тебя. Дай мне скрытность тысячи уровней. Пожалуйста. Пряничный Бог, пожалуйста. Я не хочу туда обратно. Я не хочу. Эти таблетки все-таки делают из меня овощи. Помоги, пожалуйста, пряничный Бог. Я все для тебя делал. Я убил тех людей. Я же твой пророк. Я убил их. Ты сказал, что я избранный. Пожалуйста, помоги мне. Они, кажется, уходят. Не заметили меня. Еще немножко подожду. Слава тебе, пряничный Бог. Спасибо. Боже. Я вырвался наконец-то. Наконец-то. Все. Нужно бежать. Нужно быстрее бежать, пока они меня не заметили. Надеюсь, они... В другую сторону нужно убегать. Я выбрался! Да! Я сделал это! Ура! О, наконец-то я выбрался из этой чертовой психбольницы. 9 месяцев. 9 чертовых месяцев.
Они кормили меня непонятно чем. Этот суп был похож на мочу, боже мой. Ой, только вспоминания уже прям чувствую его вкус. Фу. Ой. Я выбрался, наконец-то. Чувствую, город где-то рядом. О, нужно идти в пряничный дом, рассказать все пряникам. Надеюсь, они... Нужно увидеть пряничного пророка мистера Донха. Он должен знать об этой ситуации. Нужно предупредить их всех. Должен помочь мне. Я им помогу убить демастера. Любой ценой. Кажется, я уже вижу. Я уже близко. Да! Вот же он! Вот он, пряничный домик. Надеюсь, там кто-нибудь есть, кто-нибудь из наших. Ох. Спасибо, пряничный бог. Просто спасибо. О, мой любимый пряник. О, как же тепло. Ох, какой же кайф. Эй, кто-нибудь здесь есть? Нет? Пряники? Кажется, все ушли. О, что это? Телефон? Нужно направить пророку Донку. Не берет трубку, блин. Так, нужно отправить всем, кого я знаю, смс-ки. Всем пряникам. Чтобы пришли в пряничный дом и рассказать ему об этой ситуации. Так, отправить смс-ку всем пряникам. Отправить. Есть. Осталось только ждать. Хорошо, что здесь есть огонь. Так тепло. Какой же все-таки кайф. Эй, кто там? Пароль! Какой пароль? Вроде верно. Входите. О, пряники! Братья пряники! Как же рад вас видеть! Я был в больнице. Ребята, они забрали меня. Представьте себе, они забрали меня. Я провел там целых 9 месяцев. Псих-больница. Это была псих-больница. Там было так ужасно. И они кормили меня мочой. Понимаете? Я ни одного пряника даже не видел. Кроме бога пряников. Я встречал его каждую ночь. Он каждую ночь говорил со мной. Он помогал мне. Это он помог мне сбежать. Как там пророк Донг? Что с ним? Как? Что? Не может быть! Он не мог умереть! С ним был бог пряников! Он не мог умереть! Как это вообще возможно? Кто его подобрал? Из-за демастера! Этого бомжа? Серьезно? Нет, не может быть! Я должен отомстить за него, бог пряников гневе. Я должен за него отомстить. Мы должны убить его, верно? Собрать всех пряников прямо здесь, прямо сейчас, сегодня же. Зовите всех, кого знаете. Детей, взрослых, женщин. Нам нужны все. Нам нужна армия. Мы должны свергнуть демастера. Я пока покинусь у костра. Как это вообще могло случиться? Как они могли его убить? Ну когда же они придут? Я уже задолбался ждать. О, кажется, они пришли. Здравствуйте! Приветствую вас, моя пряничная армия. Мы здесь сейчас я вам расскажу план по убийству демастера.